У корабля под названием «Чувашия» появился капитан и его команда. Так первый президент республики Николай Федоров отозвался о вступлении в должность главы региона Олега Николаева. Торжественная церемония состоялась в Театре оперы и балета. Туда прибыли и другие высокие гости. Подробности у Ирины Ромадовой. Торжественную церемонию вступления в должность главы Чувашии открыла председатель Госсовета Альбина Егорова. Почетный караул внес на сцену Театра оперы и балета государственные флаги России и Чувашии, штандарт главы республики. После того, как председатель ЦИК Александр Цветков огласил итоги выборов, избранный глава принес присягу. Клянусь при осуществлении полномочий главы Чувашской республики соблюдать Конституцию Российской Федерации. Среди почетных гостей церемонии – заместитель полпредов ПФО, председатели политических партий, сенаторы Федерального собрания и депутаты Госдумы России, религиозные и общественные деятели, руководители предприятий. Многие из них поздравили Олега Николаева с вступлением в должность. Николай Федоров отметил, что у каждого руководителя свои испытания. Первый президент Чувашии пожелал Олегу Николаеву пройти их с опорой на команду, советников и, главное, жителей республики. Стратегически точно, грамотно, фундаментально и современно определить приоритеты. Надежды, шансы на то, что дальше наш корабль под названием «Чувашия» будет и более живучим, и более счастливым в своем плавании по непростым, порой бушующим морям, океанам. И команда, и капитан у нас появились. Президент дал высокую оценку тому, что уже было сделано за время, когда он исполнял обязанности. Поэтому я не сомневаюсь, что есть программа, есть желание, есть силы, есть поддержка жителей республики Чувашия, которую они продемонстрировали на выборах 13 сентября. Поэтому я уверен, что все получится. И каждый муниципалитет надеется, что все-таки развитие получит в дальнейшем. И мы будем стараться законодательно все это подкреплять, укреплять. И, конечно же, вместе мы добьемся реализации всех этих целей. Программа развития республики очень амбициозная, подчеркнул депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков. Уже сейчас идет работа над ее реализацией. В ближайшее время будем встречать здесь высокое лицо, которое также, ну скажем так, нагрузим своими вопросами, желаниями. Ну и в Москве, вот завтра я встречаюсь с министром финансов, будем как раз рассматривать некоторые объекты, которые раньше не предполагалось включать финансирование. В 2021 году, поскольку бюджет идет напряженно, он будет дефицитным, но мы методично работаем, убеждая, что Чувашия – это тот регион, куда надо направлять внимание, направлять средства, потому что они дадут максимальный эффект. Мероприятие было очень торжественным, и, конечно же, для меня, как для человека, не сильно привыкшему к такому, скажем так, большому вниманию, очень было волнительно. Ну и волнительно, конечно же, и в связи с тем, что предстоит очень много сделать. Но в этой части, конечно, есть больше уверенность, потому что сейчас проделана достаточно большая работа, составлен четкий план действий, подобраны члены правительства, которые каждый понимает, что надо делать, как надо делать и когда надо делать. В этой части, конечно же, есть больше уверенности, что у нас все получится, и все планы, которые мы на сегодняшний день для себя наметили, мы реализуем. Ирина Ромадова, Вадим Владимиров, Виктор Степанов, Семен Антонов, Андрей Шоклев. Вести, Чебоксары.